они сегодня уже используют это на протяжении 2 лет как пропаганду. Так что я думаю, пускай это им станет правдой. Сегодня американцы очень много добровольцев просятся приехать и принять участие в вооруженном конфликте против России, так как они очень хорошо понимают, чем сегодня занимается Россия и какие у нее цели. Я сказал, что это вопрос глобальной безопасности, и так оно и есть. То есть сегодня на линии фронта Украины проходит безопасность Европы и Запада. Я думаю, очень многие это понимают. Сегодня 2 человека, то есть 2 представителя Соединенных Штатов, то есть граждане Соединенных Штатов, уже представляют легионы. Это число возрастет до 10 человек в очень ближайшем будущем.